Я последний раз была у Болконских на балу. Бал длился до утра. Было так весело, что мы даже не успели устать. Искусство вести светскую беседу – важная составляющая бала. А еще умение красиво двигаться в танце и одеваться со вкусом. Воспитанники Барнаульского детского сада номер 259 окунулись в атмосферу 19 века. Я работаю уже 27 лет. И первый раз мы делаем пушкинский бал. Это все по-настоящему. Мы живем здесь, в нашем детском саду, играем вместе с ними. И поэтому, конечно же, я в этом образе, и мои дети тоже. Бал устроили в честь Дня памяти Александра Сергеевича Пушкина. Готовились 2 года. Изучали родословную поэта, знакомились с его жизнью и творчеством. Он умел из пистолета стрелять. Он был на дуэли с Дантесом. И еще он метко стрелял. Я готовилась к балу очень усердно и много. Мама сказала, что надо мне выборожничать. А почему? Потому что я вся такая дама. Мальчики в строгих костюмах, девочки в вечерних платьях. Все кружатся в танцах. Во второй половине 19 века, например, самыми популярными были полонез, вальс, кадриль и мазурка. Это культура этикета, это культура поведения, это танец, это красота, это эстетика прежде всего. И что меня еще очень радует, что бал, когда был, это живое общение. То есть нет смартфонов, нет планшетов. В день памяти Пушкина принято читать стихи поэта. Мы попросили барнаульцев назвать их любимое произведение автора и по возможности процитировать. «Сказка о попе и работнике его балде». Евгений Онегин. Ну, письмо Онегина к Татьяне, Татьяны к Онегину. Ну, капитанская дочка. Руслану Людмила. Конечно, я вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать. На лукоморье дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Евгений Онегин. Онегин, добрый мой приятель, родился на берегах Невы, где, может быть, родились вы или блистатель. Блистали мой читатель, где некогда бывал и я, но вреден север для меня. Елена Самарина, Дмитрий Козерлыга, Илья Алексеев. Новости.